Ой, привет, мои хорошие. Сижу, подсчитываю. Ходила, заплатила за квартиру, заплатила за телефон, этот самый кредит. Сижу, подсчитываю, а этот дружок, ну, не дает мне считать, не дает. Я еще в магазин зашла, я поехала в светофор, и, увы, я в него не попала. О, видите, что он делает? Вы видите, что он творит? Ты мне уже всю руку ободрал, хулиган. Вот. Видел, что я ему купила, вот он требует, а там замороженная печенка. Обиделся. Опять вернулся. Вот, гладьте его, его гладьте. Вот он толкается. Вот он лапой своей дерет. Ободрал мне всю руку. Ободрал мне всю руку. Видите, что он делает? Вы видите? Гладь его. Я ходила, поехала в светофор, девчонки. Поехала в светофор. И что вы думаете, я не попала туда? Потому что висит табличка, временно не работает. А сколько временно, я не знаю. Вот, но пошла по магазинам и увидела печенка, что свиная печенка дешевле, чем куриная. Видите, что делает? Он ее слышит. Ты сейчас ее сбросишь. Сначала видит, что я ему ничего не даю, значит, надо добывать самому. Шмяк, ты сбросишь ее сейчас. Да, сбросишь сейчас печенку. Ну, не надо меня царапать. Ну, не надо меня царапать. Вот. Ну, и приехала на свою остановку. Думаю, пойду-ка я схожу в мясную лавку и куплю себе мясо. Сейчас я вам покажу, все покажу. И себя покажу, и покажу все, что я купила. Попробую открыть печенку эту, чтобы кусочек ему разморозить. А то он мне руку всю ободрал. Ну что, девочки, давайте посмотрим. Пока я это все не убрала, что же я здесь купила? Обложилась я бумажками, насчитала. Насчитала все правильно, заплатила за телефон, чтобы быстрее это все... Ой, как рука болит. Нахал этот меня поцарапал всю. Всю мою ручку поцарапал. О, царапина. Купила я больше килограмма филе. У меня там, правда, есть еще, но, думаю, пусть будет. Потому что надо, когда будет скользко, и выйти из дому будет невозможно. А сегодня у нас все растаяло, сегодня у нас асфальт. И я бегала. Купила молоко. Буду пить теплое молоко. Купила соду, потому что я ее всю сполоскала, и все, у меня руки до нее не доходили. Вроде пачечка маленькая, а такая тяжелая. Вот. Купила кефир, и молоко и кефир у меня жирные, я их, кефир сейчас заморожу, а потом сделаю творожок. Творожок. Ну, что там за музыка? Шмяченька, солнышко мое, замороженная печенка. Потом зашла в Три Цены, поленилась я ползти туда дальше, в этот, как он называется, магазин? Ну, неважно. Купила здесь вот эту вот бумагу, я ее не очень люблю. Она очень быстро заканчивается, потому что она какая-то такая, вот надо метр оторвать, чтобы попользоваться ею. И в Три Цены нашла клей. Сейчас заклею, у меня там есть сапоги, которые в ремонт совершенно не хочется отдавать, потому что я уже там начинала клеить. Там было чуть-чуть оторвано, и я надо было обуть в мокрое что-то. Это старые-старые сапоги, девчонки, такие высоченные. И я их уже не носила. И выбросить жалко, и носить уже не хотела. Вот. Ну, а тут такие лужи, я решила, что надо лучше в них. А посмотрела, там отклеилась немножко. Я взяла клей, этот супер момент, вклеила туда. А потом, пока походила, опять пришла, сапоги мокрые, смотрю с другой стороны. Ну что, в ремонт теперь не понесешь, потому что они не берут, когда уже сам клеил, тем более моментом, то уже в ремонт не берут. Иначе они там все это пооторвут. Я тут как-то была, палец залепила моментом этим, так не оторвать было с кожей. Взяла еще в Три Цены вот такие вот какие-то желейные конфетки, Рошен,
Там много было конфет, но как-то посмотрела по цене, мне не понравилось, потому что в светофор я поехала, там я купила бы это самое. Мне очень захотелось этих самых ушек, девочки. На рынке почему-то сегодня никто не работает, и я вот именно из-за ушек я полетела в этот самый светофор. Висит объявление временно. Ну что это значит временно? Временно или стой возле него, его сейчас откроют, или временно это сегодня, завтра, навсегда. Вот. Ну и еще в мясном вот такую печенку купила. Тут тоже больше килограмма, 1004. Я не ем ни свинину, ни говядину, но мне Люда сказала, говорит, а что ты куриную шмяку покупаешь? Покупай свиную или говяжью, она дешевле намного. И правда, та 4 с чем-то получается, а это 2 с копейками, ну, наполовину дешевле. Но вот она замороженная, вот он мне требовал ее. Сейчас разрежу, открою кусочек. Ну, навряд ли я кусочек тут отрежу сейчас, потому что она совсем замороженная. А ему-то надо, а ему-то хочется. Видите, опять пришел. И сейчас будет меня опять лапой. Опять будет меня лапой драбать. Вот. Ну, буду убирать, девочки. Буду это все убирать. Ее тянешь. Куда ты ее тянешь? Куда ты ее тянешь? Тебе это, тебе. Ну, только пусть разморозится. Я даже отрезать не могу. Какая она замороженная. Не трогай. Видит око, да зуб не имет. Нельзя это, нельзя, она замороженная. Я отрезать не могу. А не заливать же кипятком всю печенку эту. Ну что, смотрите, что он делает. Смотрите, что он творит. Он залез на стол и лежит. Куда ты? Куда ты, мой дорогой? Это нельзя, это мороженое. Замороженная печенка, шмяка. Уходи со стола. Уходи со стола. Шмяк. Слазь со стола, слазь. Все, магазин Трицыны у нас закрыт. Висит объявление, что с 6 числа он переезжает на Московский 11-1. Видно, план не делают. Странно, на остановке такой хороший магазин. Мне так он нравился. Я всегда забегала сюда и погреться, когда ждала автобус. А теперь нету. Что-то этот магазин... Не этот магазин, а вообще это помещение. Что-то оно не котируется. Бесконечно меняются магазины здесь. И не выдерживают, и уходят. Очень жаль. Очень-очень жаль. А мне было так хорошо сюда заглядывать. Вчера последние покупки здесь сделала. Вот. А теперь все.